российские войска должны были причем наносить удар в Абхазии. Почему я так утверждал? Потому что была показана карта Абхазии, грузинского вторжения в Абхазию, якобы захваченная одного убитого грузинского офицера в Осетии. Но, во-первых, это полная ерунда, зачем офицер в Осетии будет иметь карту Абхазии. Во-вторых, на карте надписи были по-русски, а грузинский офицер стал бы их делать наверняка по-грузински или в крайности по-английски. Вот. Ну и вообще, если бы думали нападать в Осетии, главный удар, то сделали бы карту Осетии, а не Абхазии. Я в тот момент еще не знал твердых доказательств, что войска стояли уже 7 числа. Но после этого мое внимание в интернете было привлечено к статье газеты «Красная звезда», которая была убрана потом из интернет-версии газеты. Там корреспондентка «Красной звезды» интервьюировала в госпитале одного раненого майора, который заявил, что их 58-й полк 7 числа получил приказ выдвинуться к Цхинвалу. Вот он выдвинулся, а после этого, как вспоминал майор, 8 утром все и началось. А 58-й полк не входил в состав миротворцев. Так что российские войска были в Южной Осетии уже 7 числа и даже под Цхинвалом. Я опубликовал эту статью. После этого из администрации президента России был звонок издателю газеты вот этой газеты. И он временно отстранил от своих обязанностей главного редактора этой газеты Петра Фадеева. Но несколько дней назад Фадеев был возвращен на свой пост. Ну, решили скандал не раздувать. И кроме того, он был в отпуске, когда вышла эта статья. Но статью убрали с сайта газеты, как убрали и публикацию «Красной звезды». Из чего я делаю вывод, что версия, изложенная в ней, по всей видимости, близка к истине. А в университете мне мой декан моего факультета, она же заведующего моей кафедрой социальной антропологии, было передано требование ректора, которому звонили из администрации президента, причем дважды, категорическое требование немедленно уволиться. А когда я сказал, что будет, если я немедленно не уволюсь, декан мне сказал, тогда, значит, вынуждена буду уволиться я. А если бы уволилась она, то ликвидировалась бы наша кафедра, и меня можно было бы спокойно уволить, допустим, по сокращению штатов. В смысле, она хотела свергнуть Саакашвили, но для этого нужен был блицкриг. Собственно, расчет-то был какой? Что где-то в конце августа или в начале сентября абхазские войска возьмут Кадорское ущелье. Там обнаружится присутствие грузинских войск. Под этим предлогом российская армия совершит быстрое вторжение за реку Ингури и в течение там 24 или 48 часов возьмет Тбилиси. А там посадят какое-то пророссийское правительство. План, очевидно, был такой. То есть расчет был, что шум не успеет подняться большого в мире. Я только так вижу себе ситуацию. Иначе действия необъяснимы, потому что аннексировать Южную Осетию и Абхазию можно было и без войны. Они и так контролировались российскими войсками. Ну там Кадорское ущелье, конечно, отвоевали, но это не такое большое приобретение. Мы провели этнические чистки грузин в Южной Осетии, там и частично в Абхазии, но тоже, в общем, это не главная задача. Цена, по-моему, заплачена слишком дорогая, это практически начало новой холодной войны, и это несоизмеримо по результатам. Насколько я знаю, эту статью цитировал президент Саакашвили в беседе с британскими журналистами. Вероятно, после этого ее английский перевод появился на интернет-сайте BBC.